Попытка самоубийства или же способ привлечь внимание. Накануне в Махачкале мужчина угрожал выпрыгнуть с 7-го этажа многоквартирного дома. В одном из дворов по проспекту Акушинского собралась толпа прохожих. Пока люди его уговаривали, молодой человек успел несколько раз передумать, прыгнуть или нет. Мужчину удалось оттащить на безопасное расстояние от окна и передать медикам. Любительское видео об инциденте моментально разлетелось в соцсетях.